Почему мы первый городской канал не на словах, а на деле? Вот уже 11 лет мы создаем первые городские новости. И вместе с калининградцами решаем проблемы, радуемся победам и отстаиваем права горожан. А в непростое время пандемии редакция телеканала активно поддерживала предпринимателей региона. Безвозмездно в вечернем выпуске «Город Лайв» мы рассказывали про калининградских бизнесменов и их предприятия. Наши зрители знают нас не только с экранов ТВ, но и по нашему выходу в город. За время существования канала мы успели пристроить более 100 бездомных собак и кошек благодаря нашему благотворительному фестивалю «Выбери друга». Ну а вместе с горожанами мы учредили собственную традицию. И теперь каждый день города встречаемся в Центральном парке на улице Хорошего настроения. Ну а 1 сентября ждем там всех школьников на фестивале бумажных самолетиков. Участники шоу «Мы решили похудеть» сбросили 300 килограммов за все сезоны проекта. Обладателями новой фигуры и здорового тела стали десятки калининградцев. А благодаря проекту «Я топ-модель» трое калининградцев построили международную карьеру моделей. Первый городской учредил собственную премию в сфере бизнеса и предпринимательства «Калининградский продукт». За несколько сезонов фирменного знака «Калининградский продукт» удостоились многие компании региона. «Утро на колесах» – это уникальный проект, мы его создали своими руками. Мы взяли обычный пассажирский автобус и смонтировали из него реальную телевизионную студию. Теперь каждое утро автобус передвигается по городу и поднимает таким образом настроение калининградцам. Наш проект уже оценили эксперты, мы недавно участвовали в конкурсе «ТЭФИ регион». Гордое имя первого городского мы несем через любой наш продукт. И сами любим быть в центре внимания. Открытая студия первого городского располагается в самом центре города с видом на центральную площадь. А наш гимн «Яркий, свежий твой» всецело отражает позицию и цель первого городского телеканала – быть первым городским.